Моей маме 84 года. Она содержит большой огород, содержит в порядке, любит очень много цветов. Какие-то многолетники у нее растут. Флоксы, мимозы. Однолетники она высаживает в рассаду. Лобелии, львиный зев, петунью высаживает. Также на ее участке многолетники лилии, хосты, астильбы. Она выращивает также много винограда, обрезает его, укрывает на зиму, весной поднимает, привязывает, подвязывает. В общем, хлопот с ним не оберешься. Держит несколько ульев с пчелами. В этом году пчел оставили совсем немного, потому что очень тяжело за ними ухаживать. Вот такой у бабушки виноград в этом году, урожайный. Какой-то год очень красивые, большущие грузди. Вот она, гроздь такая огромная. На 1,5-2 килограмма были, помню. А виноград Алешенкин сорт. Вот облепихи сколько будет. Ветки облеплены. Капуста. Вот красавица, штук розы. Пчелкам нет сегодня лета. Дождь идет весь день с утра. Немного пчел у бабушки у нашей. Огурцы пышут. А здесь ремонт погреба идет. Обваливаться стал погреб, и мы решили обложить ее шлакоблоком. А этот тернослив весь усыпан. Кислый-кислый. А вот слива какая урожайная. Чернослив. А это молоденькая яблонька. Смотрите, какие яблоки крупные. Но червивое, все червивое, потому что бабушка боится обрызгивать химией из-за пчел. Вот какая вишня. Это ашинская. Вон под дождем, как согнулись веточки под урожаем. Вишня отличная. Смотрите, деревце какое урожайное. Все усыпано вишней. Все деревце.